что ж, народ, всем привет, с вами я, Павел Первый, мы продолжаем проходить GTA San Andreas, желаю вам наимаксимальнейшего охлаждения. Собственно говоря, пока что миссии по подготовке к грабежу казино временно приостановлены, так как нам надо сейчас выполнить именно эти миссии. Отсюда мы будем исследовать наше казино. Вот. Are you sure, man? Yeah, I'm going for a 5-card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a 47. Damn. You're bad luck for me. You know, when I play the other guys, I always win. Boss, take a look at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. Nah, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. Oh yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. I got you on this. И такие бутылки текстуристые стоят. Итак, ну поехали, отправимся на завод, взорвем его к собачьим чертям. Так, тачка говно, я хочу вот на эту. О, нет, я даже на эту хочу. Все нафиг, вали, это моя тачка отныне. И навсегда. Что-то новенькое играет, никогда не слышал. И хотел не врезаться, в итоге врезался. Блин, лучше бы я так проехал. Так, здесь нам также надо будет поосторожнее немного. Потому что в нас будут стрелять. Не из эмок, конечно, но тоже прилично так. Могут нас похерачить. Я не менее тупые, чем военные. Они там, скажем, укрепятся. Точнее, уже укрепились в хороших местах. Блин, я сегодня как будто пьяный, а. Так, надеюсь, я мазать не буду так же. Да плевать я хотел, а. Сейчас просто через забор перелезу нафиг. Да заколебал, переключай уже. Так, все. Ребятки, и чё как? Hey, who's this prick? Somebody take care of this joker. Эй, я всего лишь зашел. Откуда стреляет? Ё-моё! Ах. Расхерачили меня похлеще военных. Из пистолетов, а не эмо. Да откуда стреляют? Черт, надо аккуратнее быть. Так, не помню. Взорвать надо было или как? Да блин, ты еще перезаряжаешься. Ёпта. Ах. Есть чем похилиться тут, а? А, да как их? Ёпта! Никто не сказал, что они так взрываются! Итак,
Я пробрался внутрь с меньшими потерями, только меня наконец-таки заметили. Впервые я увидел сценарий, где замечают Карва. Оказывается, там был проход всю жизнь, а я об этом не знал. Ух ты ж, ёпта. Так, ну не важно, сейчас мы все тут грохнем нафиг. Черт, нам не хватит. Ёпта, а. Чё, кто еще хочет соснуть? Да вы заколебали! Все сзади. Блин. Опять меня убили! Так, дубль 2. Так, надо тихонечко убраться отсюда. Придурок. Да откуда вы все беретесь, а? Так, прощайте, ребятки, я валю. Никаких фальшивых фишек больше. О, баба с байком. А ну-ка, дай-ка его сюда. Блин, я додумал, за мной банда охотится. Это мент поганый в меня стреляет. Повезло ему, что я не поставил на место, я же сегодня добрый. Руки, придурки, я же всех сейчас вас раздавлю. Почему именно сзади надо остановиться? Дерьмо, а? Блин, если бы я сейчас не сделал, то он бы меня убил. Так, насрать. Все, я выполнил миссию. Идите нафиг. Hey, Carl, how'd it go? Не, отлично. Yeah, Woolsey will be getting no more trouble with them counterfeit chips. Отлично, 10 косарей. Отдам байк, живо! А, ладно, вот тут байк. А это пока все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, добавляйте видео избранное. Так ждите сегодня. Надеюсь, вы получили необходимую дозу охлаждения. Ждите новых серий. И всем пока. Уже перед входом в миссию.